На катастрофическую нехватку автобусов жалуются жители ЖК «Асыл-Арман» в пригороде Алматы. Люди говорят, что близ 20-тысячного жилого комплекса нет еще и остановки. В результате сельчане вынуждены часами ждать общественный транспорт. Проблему усугубляют и нескончаемые заторы в районе рынка «Барлык». О масштабе проблемы и путях ее решения материал Дамира Анитова. На этом участке, который местные жители прозвали «остановкой», ежедневно десятки человек ждут автобус. Под палящим солнцем, без возможности спрятаться под тень, люди вынуждены ждать по полчаса. Скоро жара, июль, как нам быть? В город едет только 16-й, 14-й едет до Калкамана и возвращается. Нас очень много, толкаем друг друга. Хотим протиснуться в автобус, там очень жарко. Вот сейчас пошли, друг за другом пошли. Ну, бывает, час его нету, полчаса нету. Чтоб чаще ездил, еще по-ташкентски, чтоб какой-нибудь маршрут ходил от Асыл-Армана. Тоже пересадка все время. Сами водители заверяют, что интервал не превышает 7 минут. А если автобусы и задерживаются, то только из-за заторов. Мы едем примерно 7 минут. Да, бывает, задерживаемся. Люди не понимают, что это техника, может поломаться. Пробки – наша большая проблема. Водители не успевают. Вот и задерживаемся. Бывает. Через дорогу есть еще одна остановка. Чтобы добраться до нее, нужно пройти по надземному пешеходу. Но и там автобус проезжает крайне редко. Мы засекали, за 10 минут не проехал ни один общественный транспорт. Поэтому людям приходится останавливать попутки. А это уже большие затраты. Тем временем в Акимате сообщили, что никаких жалоб от жителей не поступало. Люди к нам не обращались. Если они напишут заявление, мы его рассмотрим и приступим к решению. Автобусы в ведении соответствующего управления в мегаполисе. Мы с ними вместе отработаем. А вот с остановкой ситуация куда сложнее. Конечная, где собираются люди, формально принадлежит частному лицу. Местные чиновники пообещали встретиться с владельцем участка и попытаться договориться. Дамир Анитов, Арсен Сандыбаев, телеканал Алма-Аты, Алматинская область.